В ночное время злоумышленник, управляя автомобилем такси, подъехал к КПП охраняемой территории многоквартирного дома и потребовал от охранника открыть ему шлагбаум. В ответ получил отказ. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого водитель достал из машины предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и произвел выстрел в воздух, после чего скрылся. Полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния по месту временного проживания в Москве. В квартире задержанного оперативниками был обнаружен и изъят пистолет. Фигурант заключен под стражу.